куртка есть мужская. Бери вот на твоя куртка. Для тебе ты. Самая частая причина смертности бродяг – переохлаждение в зимнее время. Фонд «Теплая помощь» одним из первых начал организовывать в городе пункты по сбору теплых вещей. Акция нашла огромный отклик среди горожан. За последний год в рамках президентского гранта был открыт еще один пункт в Копейске. Так, мы переходим сейчас во второе помещение. Тут хранятся у нас теплые вещи. Так, смотрите, здесь у нас пакеты, которые вот... Мы сортируем. Здесь вот у нас зимние мужские вещи. Вот такие вот курточки. Теплые, хорошие, чистые. Нам наши горожане, просто неравнодушные люди приносят. Здесь вот есть немножко вот такая вот потертость. Мы ее будем исправлять это. И в один из выездов передадим нуждающимся. Также волонтеры подготовили новую партию наборов выживания. В него вошли средства личной гигиены, нижнее белье и немного еды быстрого приготовления. Ежегодно сотни бездомных получают эти пакеты, чтобы пережить холода. За счет слаженной работы инфраструктуры фонда бродяги могут рассчитывать и на юридическую помощь. Благодаря взаимодействию с отделом по вопросам миграции Советского района, восстановление паспорта занимает считанные дни. Ну, в первую очередь, да, пенсию получать, потому что без паспорта я не могу снять деньги со счета. Получив новый документ, бездомные смогут рассчитывать на работу, пенсию или пособие. На каждом выезде фонда бездомный получает специальные листовки с подробным описанием юридических услуг. Только такая комплексная помощь позволит человеку существовать как человеку, а кого-то вернет к прежней жизни. Сергей Сарбашев, Кирилл Руднев, 31 канал.